больше вы это делаете. Don't just become into a routine. Не делайте все просто на автомате. Его там не было. You forget that you're training with a partner. Вы забыли, что тренируетесь с конкретным партнером. It should be like pumping up a tire. Это как накачивать шину. Each time you do it, каждый раз, когда вы это делаете, you should feel like you're growing, expanding. Вы должны чувствовать, как вы растете, как вы становитесь больше. It's a difference between expanding and getting a bigger ego. Это разные вещи, расширение или когда ваше эго растет. The footwork's now the same as the Marotidori. Ноги сейчас действуют как на Маратидори. The problem is, I'm here, you're there. Проблема в том, что я здесь, а вы там. So your eyes see my arm. Ваши глаза следят за моей рукой. But it's the arm is the last thing to do anything. Но рука это элемент, который делает наименьше всего. It's the body. Все делает тело. But your eyes see this arm, so you think that you have to go with your arm. You don't. А вы видите движение руки и будете делать все рукой. You put your arm out there in case he does a high kick. Рука действует так только для того, чтобы избежать удара ногой. It's the same as you don't wait until you're wet in the rain and then put the umbrella up. Это то же самое, как и не нужно сначала вымокнуть под дождем, чтобы потом только открывать зону. This is a really hard thing for you to understand. Это трудно понять. Just because you see the arm, вы видите движение руки. It's the last thing that you should try to use. Но это последнее, что вы должны использовать. The seniors should understand this easier than the cue breaks. А старшие уровни должны понять это легче. But if you're a senior and you're so interested in showing how you can throw. Но если у вас высокий уровень, но вы по-прежнему слишком хотите бросать, the arms and the shoulders start to get developed. Тогда начинается опять работа плечи. And that's wrong. И это неправильно. Амишмас?